Мы вошли, разделись. У нас были портфельчик какой-то. Ну, значит, на досках объявлений стали кнопками приклеивать эти самые листовки. Единственное, что действительно мы понимали, что вот если мы сейчас побежим, ведь как было, это было уже поздняя осень, было холодно. По коридору-то студентики видели, ходили без всего, но на самом деле была там раздевалка, было там пальто, и туда повесили. И листовки, которые у меня оставались, значит, я шапкой прикрыл там. Вот. Потом мы оделись, я шапку поднял, и мы пошли медленно. Потому как мы понимали, что если мы побежим, они же очень быстро должны были обнаружить эти листовки, которые мы успели расклеить во время лекции. Наступил перерыв. Вот. И мы дошли до университетской набережной, прошли Дворцовый мост, и все время, державшись под ручку, на самом деле мы не разговаривали, нам было очень страшно, поэтому единственное, что мы были в силах делать, это молчать. Но шли мы вместе, только потом, когда уже немножко отошли, как сказать, разогрелись или наоборот, остыли немножко от этого эпизода, который, ну, тогда уже наверняка мне было ясно, что это конец. Из этой истории выпутаться невозможно будет. Я потом Валера спрашиваю, тебе не страшно было? Нет, страшно. Мы с ним когда встретились, ну не встретились, а уже когда распространились, что шли по мосту. Я говорю, я тоже как-то нет. Мы так держались друг перед другом, но вообще-то, я хочу сказать, нелегальная подпольная эта работа, она, конечно, немножко так вызывает, конечно, опасение, когда ты этим занимаешься.